Всем привет! Не так давно мы получили необычные новинки от американской торговой марки StatGear. И сегодня поэтому я бы предложила попробовать собрать достаточно интересный, необычный EDC комплект для рядового горожанина. Начать я бы предложила с ручки, как это ни странно. Но ручки не простой, а тактической. Данная модель носит название 3TAC. Прежде всего, от ее мерных собратьев она отличается корпусом, изготовленным из алюминия. Открывается она по технологии Bolt Action. Поэтому мне кажется, что владельцы такого типа оружия обязательно оценят такую интересную отсылку. Кроме того, в торце у нее расположен достаточно заметный карбидный стеклобой. Носить ее удобно на клипсе, которую, в принципе, также можно снять, если в ней нет нужды. И опять же, какой бы рубрикой о ножах моя рубрика была, не будь здесь еще и ножа. Изготовлен клинок из достаточно неплохой стали марки 440C, что достаточно редко для ножей столь малого размера. На мой взгляд, данной стали более чем достаточно для выполнения любых повседневных задач до заряда здесь и сейчас. Если уж мы говорим, что данная ручка относится к разряду тактических, то прежде всего стоит отметить ссылку к таким, скажем так, способам самообороны, как работа с кубатаном. Но прежде всего, на мой взгляд, не стоит забывать, что неподготовленным людям, которые никогда не имели возможности или желания поработать с такого рода элементами для самообороны, прежде всего стоит попрактиковаться, потому как в любом случае, если не дай бог что, то нападающий так или иначе будет иметь преимущество. Поэтому позиционировать, безусловно, эту ручку как 100% способ самообороны я бы не стала. Однако попрактиковаться я бы все-таки порекомендовала. Однако не забываем, что здесь у нас карбидный стеклобой, поэтому смещать на торец большой палец — это достаточно плохая идея. Поэтому я бы сказала, что, как и во многих других ситуациях жизни, важно помнить правила: не навреди и прежде всего сам себе. По стержням здесь использован стержень марки Fisher, собственно говоря, как у полюбившихся многим ручек нашего бренда Benchmade. Следующий элемент комплекта, с которым я предлагаю познакомиться, это мультитул Beats Blade. Это также еще один достаточно интересный девайс в формате ручки, который подойдет для тех пользователей, для кого мультитул с пассатижами по ряду причин будет избыточен или неудобен для ежедневного использования, но при этом человек будет испытывать необходимость, пускай даже эпизодическую, в наличии отвертки. В комплект данного мультитула входит 9 двусторонних подмагниченных бит из стали марки S2, мини-ломик, он же шестигранник, он же открывашка для бутылок, открывашка для коробок, он же скребок, нож, небольшой LED-фонарик, стеклобой, чехол для бит, клипса, а также прочный нейлоновый чехол с петлей для ношения на поясе. Да, для закрепления нужного элемента нужно немного времени, но, на мой взгляд, при наличии 26 функций при весе в 63 грамма, ему можно это простить. Перевозить его можно как в, так и на кармане, или же просто в рюкзаке или бардачке. Чехол, благо, это позволяет. Кроме того, можно не бояться, что растеряешь биты, потому как они все надежно упакованы в дополнительный маленький чехол. И замыкает нашу сегодняшнюю DC-тройку интересный автокомплект, который носит название T3 Tactical Auto Rescue Tool. При первом взгляде на него
становится понятно, что на кармане его особо не поносишь. По очевидным причинам. Хотя клипса на самом деле допускает такой вариант ношения. Данный инструмент прежде всего задумывался нью-йоркским парамедиком для перевозки в каждой машине. Он включает в себя нож с полусерреторной заточкой с линейным замком, стропорез, также который фиксируется линейным замком, что достаточно редкая на самом деле опция, потому как большинство стропорезов или охотничьих крюков, в зависимости от той или иной модели, не фиксируется или фиксируется по типу замка slip joint. Здесь идет полноценный лайнер, который достаточно к тому же легко как открывается, так и закрывается, то есть никаких трудностей при его извлечении быть не должно. И, скажем так, гвоздь программы в рамках данного тула – это очень специфичный подпружиненный стеклобой. Реально мощный, и я вам сейчас это покажу. То есть на примере этого стеклобоя показано, что не обязательно совершать каких-либо, скажем так, возвратно-поступательных действий для того, чтобы привести в действие стеклобой. Достаточно просто поднести к необходимому объекту и с достаточно небольшим усилием совершить нажатие. На фото вы видите, что, собственно говоря, произойдет. На мой взгляд, на фоне многих достаточно дешевых китайских автокомплектов этот вариант смотрится довольно выигрышно, потому что, во-первых, он действительно очень удобно лежит в руке, трудно передать, но матовое софт-тач покрытие обеспечивает прекрасное сцепление, отличное удержание, ну и ко всему прочему его достаточно приятно держать в руках. И также приятным бонусом будет наличие небольшого, но при этом довольно мощного фонарика. Батарейки встроены, то есть ничего докупать не нужно. Просто покупаете и кладете данный набор в бардачок. На мой взгляд, среди всех этих достаточно интересных на сегодняшний день новинок не хватает только ножа. И небольшой спойлер, в следующем видео мы постараемся дополнить данный DC-комплект именно небольшим ножом, также от уже упомянутого бренда StatGear. И на примере нескольких моделей ножей от этого бренда мы с вами убедимся, что городской нож не обязательно должен быть мачете размером по колено или огромным свинорезом, так сказать. Потому как общемировая тенденция, по нашим наблюдениям, тяготеет к тому, что нож городского жителя очень часто не превышает, если мы говорим о длине клинка, не превышает 8-8,5, ну, максимум 9 сантиметров. Поэтому нам есть чем вас удивить. Не переключайтесь и до новых встреч!